Ja, herzlich willkommen zurück zu unserer Tagung Russland deutsche Lebenswelten in der Sowjetunion nach 1953 und bis heute. Wir hatten jetzt kurz Kaffeepause, sind jetzt hoffentlich alle gestärkt zurückgekehrt an unsere Bildschirme und werden jetzt direkt in Panel 3 starten. Das Panel 3 beschäftigt sich mit den Aspekten Glaube und Religion. Den ersten Vortrag wird Frau Lyudmila Burgert halten zum Thema russlanddeutsche Christen in Zentralasien zwischen den 1960er und 1990er Jahren. Frau Burgert hat Geschichte studiert an der Ostkasachischen Staatlichen Universität in Ust-Kamjanogorsk in Kasachstan. Sie ist Mitglied der Internationalen Gesellschaft zur Untersuchung der Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen und als Referentin der Pfarrei der seligen Jungfrau Maria vom Heiligen Rosenkranz in Ust-Kamjanogorsk tätig. Und sie beschäftigt sich vor allem mit Fragen von Glaube und Religion bei Russlanddeutschen. Frau Burgert, ich würde Ihnen jetzt das Wort übergeben und freue mich auf Ihren Vortrag. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые организаторы. Herzliche Grüße aus Kasachstan, eigentlich aus Ost-Kasachstan. Перехожу к моему докладу, тема которого «Духовная жизнь этно-религиозных меньшинств немецкого происхождения в Центральной Азии в 1960-1990-х годах». 60-90-е годы XX века представляют особый интерес не только как отдельный период религиозной, духовной жизни немецкого населения в СССР, но и прежде всего как время трансформации религиозного сознания различных этно-религиозных меньшинств и их самих в единую группу «Народ», «Советские немцы», «Российские немцы». Считаем необходимым предварить данное исследование обозначением некоторых принципиальных теоретических и методологических позиций и подходов к анализу истории немцев Российской империи, СССР и на постсоветском пространстве. Применительно к группам населения немецкого происхождения мы на протяжении практически двух столетий можем говорить исключительно о разных этно-религиозных меньшинствах и группах. Немцы-католики, немцы-лютеране, немцы-менониты, но не об одном этническом меньшинстве. И употребление термина «немецкий народ» в данном случае некорректно. Второе. Основой традиционного уклада всей системы жизнедеятельности этно-религиозных меньшинств изначально стали моноконфессиональные колонии. Модель моноконфессионального поселения немцев в России определила дальнейшее развитие их истории во всех регионах на протяжении более полутора веков. Третье. Вплоть до начала массовой депортации религиозная община выступала в качестве основной формы самоорганизации различных этно-религиозных меньшинств, проникающей все остальные формы и сферы жизнедеятельности – семья, школа, традиционная культура, хозяйственная жизнь, мораль, церковь, правовые нормы, быт и так далее. Четвертое. Трансформация этих этно-религиозных меньшинств в единую группу «народ», «этнос» не стала процессом одномоментным. На это ушло несколько десятилетий советской истории. Депортация, трудармия, спецпоселения, безусловно, стали переломным моментом. Но было бы в корне неверно рассматривать их как некую точку истории, в которой мы уже можем говорить о существовании немецкого народа в СССР. Считаем принципиально важным разделение двух понятий – религиозная самоорганизация и духовная самоорганизация. Одним из основных последствий депортации стало разрушение традиционного этноконфессионального уклада жизни различных групп немецкого населения. Применительно к постдепортационному периоду мы уже не можем говорить о религиозной самоорганизации в том смысле, как это было до депортации. Религиозная самоорганизация перестала носить системный, всеобъемлющий характер и приобрела характер фрагментарный. Одним из фрагментов и стала самоорганизация духовной жизни. Итак, рассматриваемый период середины 60-х, начала 90-х годов XX века, Центральная Азия наряду с Западной Сибирью являлась одним из основных регионов проживания немецкого населения в СССР. Уже в 70-е годы здесь оказалось... Entschuldigung, Frau Burgert, könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen, weil der Dolmetscher Probleme hat zu übersetzen? Danke. Ja, gut, danke. Итак, я говорила о том, что уже в 70-е годы здесь оказалось сосредоточенным более 60% всего немецкого населения Советского Союза. Наиболее крупным регионом был Казахстан. Так, если по данным всесоюзной переписи населения 59-го года численность немцев в Казахстане составляла 659,7 тысяч человек,
то к 70-му году она составила уже 858,1 тысячи, и к 89-му году 957,5 тысяч человек. Говоря о духовной жизни различных религиозных групп, необходимо учитывать два основных вектора воздействия. Первый вектор определялся курсом политики советского государства в отношении религии в целом и отдельных конфессий в частности. Второй вектор был связан с политикой государства в отношении всех лиц немецкой национальности в СССР на протяжении 60-х-90-х годов. Эти два вектора определяли положение самой паствы верующих, ситуацию с их церковными структурами и религиозной практикой. Что касается политики в отношении немецкого населения в СССР, то она также носила довольно неоднозначный и противоречивый характер. С одной стороны, в прошлом остались мощные потрясения, связанные с массовыми принудительными перемещениями немецкого населения периода 40-х годов. Дискриминационный режим спецпоселения был отменен, но о реальной реабилитации немцев, восстановлении их прав, возвращении в прежние поселения, в том числе и моноконфессиональные, создание условий для полноценного культурного развития применительно к этому периоду говорить не приходится. Второй вектор воздействия – это политика в отношении религии в СССР в целом и отдельных конфессий в частности. Он также достаточно неоднозначен. Периодически происходили то отдельные послабления, то, напротив, ужесточение антирелигиозного курса. Мы по-прежнему наблюдаем достаточно жесткий курс антирелигиозной политики государства и отсутствие церковных структур у различных немецких этнорелигиозных меньшинств. На положении верующих сказывались и особенности международной политики СССР в отношении Германии и Ватикана. На местах атеистическая пропаганда, борьба с сектантством, религиозным экстремизмом оставались неизменными пунктами разного рода постановлений об улучшении воспитательной работы среди немецкого населения. Довольно точную оценку ситуации дал в своих воспоминаниях о Казахстане католический священник отец Владислав Буковинский. Следует сказать, что эти воспоминания, они представляют собой ценнейший источник не только по истории католической церкви или немцев-католиков в Казахстане, но также дают представление и о положении других конфессий и религиозной политики в СССР в целом. Священник отмечает, в Советском Союзе пропагандируется идеал атеистического государства, граждане которого, все без исключения, будут убежденными атеистами, полностью освобожденными от так называемого религиозного суеверия. Я хорошо отдавал себе отчет в том, что моя душепастырская работа может быть в лучшем случае терпима, но никогда не будет поддержана государственной властью. Антирелигиозная, конец цитаты. Антирелигиозная пропаганда, замененная к концу 70-х годов атеистической пропагандой, была визитной карточкой политики государства в сфере религии. Степень ее влияния и последствий отличались для разных групп населения по конфессиям и внутри конфессий. Священник Буковинский отмечает, что атеистическая пропаганда имела мало философской аргументации, обращала основное внимание на мнимое противоречие между наукой и религией, насмехалась над попами и богомолами. Именно осмеяние, а не аргументация – это излюбленный метод советской атеистической пропаганды. Каковы же были ее результаты? Он пишет, что они одновременно и малы, и велики. Велики потому, что дети и молодежь боятся быть осмеянными, что наносит ущерб жизни молитвы и веры. А малы результаты атеистической пропаганды иногда даже отсутствуют там, где родители и воспитатели действительно верующие и действуют своим добрым примером. Также автор отмечает и всепроникающий характер атеизма в Советском Союзе, на службе которого все. Печать, кино, школа, театр, радио, телевидение, тогда как верующие обычно молчат. Анализ картины позволяет выделить общие моменты и особенности в положении немцев каждой конфессиональной группы. Общее определялось воздействием вектора религиозной политики в отношении религии в целом и вектора политики в отношении всех лиц немецкой национальности в СССР. Особенности были связаны с некоторыми отличиями политики государственной власти в отношении разных церквей и общин, а также с внутренними отличительными моментами для каждой конфессии – вероучение, традиция, ментальность, наличие духовных кадров и другие. Антирелигиозный характер советской политики не означал наличие единого курса по отношению ко всем конфессиям, что также точно подметил Буковинский. Советская власть воспринимает отдельные религии и вероисповедания совершенно не одинаково. Больше считаться с православными, которые признают московского патриарха. За ними идут баптисты и некоторые другие секты, лютеране, а также мусульмане. Хуже относятся к католикам, особенно к священникам-католикам, как к агентам Ватикана.
Однако хуже всех относятся к православным оппозиционерам и тем, у которых есть свои центры в Соединенных Штатах, как, например, свидетели Иеговы. Рассматриваемый период – это время так называемой катакомбной церкви, история которой большей частью хранится не в архивах, а в воспоминаниях и свидетельствах. И ни один архив не даст ответ на вопрос, каково же было истинное состояние веры среди различных религиозных групп немецкого происхождения в этот период. И это тот факт, который не может оспорить историческая наука. Несмотря на многие шаги, которые сделаны в деле изучения разных проблем, вопросов этого периода, историография данной темы все еще пока слаба. Необходимо также обратить внимание на неравномерность изучения истории разных этнорелигиозных конфессий немецкого происхождения в Центральной Азии. Ройми, характеризуя применительно к 60-м годам положение трех немецкоязычных христианских конфессий в СССР, отмечает, что они уже 30 лет не имеют пасторов, проповедников, рукоположных священников и несколько десятилетий живут посреди атеистического мира не как организованная церковь, а как отдельные религиозные общины из Слова Божьего и переданного родителями наследия веры. Конец цитат. Вера в народе в этот период сохранялась и вызывала к жизни различные формы и способы организации духовной жизни. Верующие были вынуждены прибегать преимущественно к нелегальным формам. Приведенный нами анализ показывает, что показатель абсолютной численности немцев в Центральной Азии не имел определяющего влияния на процесс их духовной самоорганизации. Решающим был фактор размещения. Принцип размещения немецкого населения в Центральной Азии был преимущественно дисперсным, с одновременным наличием отдельных регионов и населенных пунктов с высокой концентрацией немецкого населения того или иного исповедания. Анализ картины расселения немцев в Казахстане в 59-89 годах демонстрирует наличие сразу нескольких областей со значительной долей немцев. Это в первую очередь Карагандинская область, также Акмолинская, Целиноградская, Кустанайская, Кокчетавская, Североказахстанская, Павлодарская области. Также выделяется ряд областей в Южном Казахстане – Алма-Атинская и Джамбульская. Особым феноменом стал Караганда и ее окрестности. Именно здесь наблюдалась наиболее высокая доля немцев, в первую очередь католиков. Эта концентрация усилилась представителями других этносов – поляков, литовцев, украинцев, белорусов, исповедовавших католицизм. Караганда становится своеобразным нелегальным католическим центром для всего Союза, вторым Римом или Ватиканом Советского Союза. Значительная концентрация немцев-католиков отмечалась и в городе Фрунзе, Киргизия. Своеобразным центром возрождения духовной жизни немцев-лютеран стала Североказахстанская область, Целиноград, Акмала. Значительная концентрация меннонитов и баптистов наблюдались в Павлодарском Прииртышье. Для этого периода также характерно наличие значительного числа сел с высокой долей немецкого населения. Согласно перечню немецких поселений Карла Штумпа на территории Казахстана в 20-е годы 20 века существовало порядка 150 немецких, католических, лютеранских, меннонитских поселков, колоний и хуторов. Однако в результате допреселения депортированных немцев в эти поселки они постепенно утратили свой моноконфессиональный характер. В 70-е и 80-е годы существовало еще порядка 650-700 сел со значительной долей немецкого населения. К 1989 году в этих селах проживало около 210-215 тысяч немцев, что составляло порядка 44% от всего сельского немецкого населения Казахстана. Однако в рассматриваемый нами период такое явление, как моноконфессиональный немецкий поселок, фактически исчезло. В то же время бывшие местные моноконфессиональные немецкие поселения по-прежнему можно рассматривать как населенные пункты со значительной концентрацией немцев того или иного вероисповедания. Одновременно при этом значительная часть немецкого населения была распылена по огромным просторам казахстанских, среднеазиатских степей, порой по несколько семей в отдельных населенных пунктах. Особенности размещения немцев разных конфессий определяли во многом и их возможности для организации духовной жизни. Можно выделить несколько форм самоорганизации духовной жизни религиозных групп немецкого происхождения в Центральной Азии для данного периода. Охарактеризуем самые основные из них. Первой и основной формой организации были нелегальные тайные молитвенные группы. Они объединяли верующих как в местах компактного, так и дисперсного расселения. Причем для последних молитвенные группы порой являлись единственной формой совместной духовной самоорганизации.
многие молитвенные группы среди немцев разных исповеданий возникли уже в первые годы после депортации и существовали на протяжении 40-х-50-х годов. С начала 60-х годов наблюдается активизация их деятельности, образование новых и рост численности. Молитвенные группы могли насчитывать от нескольких единиц до нескольких десятков человек. Местом собрания служили дом или квартира одного или нескольких верующих из группы, а также кладбище. Верующие читали Библию, совместно молились, совершали крестные ходы во время молитвы на кладбище. Чаще всего группами руководили набожные уважаемые женщины старшего или среднего возраста. В местах компактного проживания молитвенные группы с различной периодичностью посещали нелегально служившие священники, пасторы, проповедники. Роль этих тайных молитвенных групп была исключительно важной. Именно эти группы послужили основой для образования и официальной регистрации будущих католических, лютеранских приходов, менонитских и баптистских общин. Следующая форма, на которой следует остановиться, это легализация религиозных групп, официальная регистрация приходов и общин, открытие часовен и молитвенных домов. Все это длительное время было вообще невозможно. Затем в середине 50-х, 60-х годов отмечаются редкие факты регистрации отдельных общин и групп. При этом часто регистрация была временной, затем ее снова лишали. В 56-м году была зарегистрирована первая официальная община лютеран в Акмале под руководством пастора Евгения Бахмана. Вскоре она была снята с учета. В 57-м году вновь зарегистрирована. Первое богослужение лютеран в поселке Тайнша состоялось в 50-м году. С самого начала не было постоянного места проведения богослужений, они проводились в разных домах. Неоднократные ходатайства и просьбы лютеранских общин Казахстана о создании религиозного центра для церквей Казахстана и Средней Азии или Казахстана и Восточной Сибири отклонялись, так как подобные объединения могли резко повысить потенциал зарегистрированных и незарегистрированных общин. Управленческие функции осуществлялось суперинтендантом из Риги. Аналогичным образом и у немцев-католиков. Только под конец 1967 года разрешили открыть церковь в Алма-Ате в Кустанае. В Алматинской церкви священник работал по устному разрешению властей, но власти вскоре выгнали его из церкви. В 60-е годы священник Михаил Келлер, выходец из семьи немцев Поволжья, тайно служил для ссыльных католиков в Казахстане и Сибири. При этом он несколько раз посетил и католиков в Киргизии, которые долгое время не могли зарегистрировать общину и не имели священника. Вскоре он переезжает в Киргизию на постоянное место жительства, и ему удается добиться практически невозможного – официальной регистрации общины. Это случилось в 69-м году и было действительно исключительным для того времени событием. По данным исследователя Мусабековой, в 63-м году в Северном Казахстане была зарегистрирована одна община лютеран, 62 незарегистрированных. Три зарегистрированных общины евангельских христиан-баптистов, 80 незарегистрированных, 33 незарегистрированных общин меннонитов и 9 незарегистрированных общин пятидесятников. Общины баптистов и пятидесятников также состояли преимущественно из немцев. Следует сказать, что официальная статистика в данном случае может быть принята в расчет лишь по сведениям о зарегистрированных общинах. Имеющиеся сведения о количестве нелегальных групп и численности их членов не отражает картину полностью. Далеко не все группы попадали в область зрения органов. Многим удавалось собираться тайно, маленькими группами по несколько человек. Следует указать на то, что в рассматриваемый период произошли изменения в конфессиональном составе немецкого населения. Возросла численность немцев в составе отличных от лютеранства меннонитства протестантских общин. Баптисты, пятидесятники. Немцы разных конфессий нередко крестили своих детей в православных храмах. Иногда сами становились прихожанами православных приходов. По данным исследователей, на начало 80-х годов примерно 600 религиозных объединений в Казахстане целиком или полностью состояло из немцев, в том числе полностью 190 общин лютеран, 11 меннонитов. Общины евангельских христиан-баптистов на 90% состояли из немцев, общины адвентистов седьмого дня и пятидесятников на 80%. Не имея собственных легально зарегистрированных общин и духовной опеки своих священников, пасторов, проповедников, немцы нередко переходили из своих традиционных конфессий в другие христианские конфессии. Следующая форма, о которой нужно остановиться и особенно об этом сказать, вера разных религиозных групп немецкого происхождения обязана своим сохранением в этот период набожным, мужественным женщинам, матерям, бабушкам, которые в условиях отсутствия церковных... Frau Burgard, ganz kurz. Könnten Sie bitte noch mal etwas langsamer sprechen für die Dolmetscher und ich würde Sie auch bitten, in ungefähr 10 Minuten dann zum Schluss zu kommen. Danke. Ja, danke.
Они становились организаторами подпольной религиозной жизни для своих групп. Многочисленные примеры были среди лютеран, католиков, меннонитов. Это было то время, когда во многих семьях отсутствовали мужчины, многие не вернулись из трудовой армии, на плечи женщин легла тяжелая доля кормильцев семей. Они же часто были единственными воспитателями для своих детей. При этом многие из них не забыли о самом главном, о духовном воспитании детей, о передаче им веры. Были среди них и те, которые стали и настоящими организаторами духовной жизни. Применительно к католикам существует такое понятие, как евхаристические женщины, или женщины со священнической душой, так их называют в своей книге епископ Атанасиус Шнайдер. Это духовное понятие, которое вместе с тем очень точно отражает историческую реальность, то есть процесс сохранения веры в условиях отсутствия церковных структур и подпольного существования церкви в Советском Союзе. Осознавая, что полноценная жизнь в вере невозможна без святых таинств, верующие стали прибегать к экстренному совершению основных церковных таинств и обрядов. Как уже упоминалось, там, где десятилетиями не было священника, основные религиозные обряды совершались светскими лицами, обычно набожными женщинами старших возрастов. Они совершали обряды крещения, перед ними молодожены приносили венчальные обеты, они раздавали святое причастие больным, умирающим, совершали погребальные обряды. Следует сказать, что история сохранила для нас немало имен этих женщин, но на самом деле число совершивших этот сокрытый подвиг намного больше. Их роли и миссия еще недостаточно осмыслена и оценена историей, церковью и обществом. Следующая форма, о которой нужно сказать, но лишь вкратце остановлюсь, это то, что огромный вклад в процесс организации духовной жизни различных конфессиональных групп внесло нелегальное служение католических священников, лютеранских пасторов, меннонитских и иных протестантских проповедников, их личные пасторские инициативы. Центральная Азия стала местом заключения и ссылки многих священнослужителей, проповедников разных конфессий. Во время ссылки после освобождения многие из них проводили тайно душепасторскую работу в условиях отсутствия церковных структур. В этот период свое служение среди немцев-католиков несли Буковинский, Штауб, Хира, Нумбляускас, Келлер, среди лютеран Бахман, Вайц, среди меннонитов Риттер, Мантлер, среди баптистов Кляйн, Нейман и другие. Характерной особенностью данного периода стало то, что изменился национальный состав духовенства. Среди немцев-протестантов появляются проповедники русской национальности. Среди немцев-католиков служат священники поляки, литовцы, украинцы. Следует сказать также, что очень мало исторических биографий священников, пасторов, проповедников на сегодняшний день. Предпринимаются лишь первые шаги. В 2016 году, к примеру, был провозглашен первый блаженный католической церкви в Казахстане. Это упоминавшийся уже священник Владислав Буковинский. Он имел возможность после ссылки выехать из Казахстана в Польшу, но добровольно остался и нес здесь служение почти 20 лет. Он хорошо знал свою немецкую паству, в своих характеристиках отмечает порядок немцев, дисциплинированность, называет их более последовательными католиками в сравнении с поляками. Исходя из своего богатого душепасторского опыта, он с некоторой долей юмора пишет: «Могу утверждать с полной уверенностью, что хорошо быть душепастырем среди немцев, или, как говорят здешние атеисты, немецким попом». Следует также сказать, что одни священники в этот период постоянно несли служение среди своей паствы, другие совершали миссионерские поездки в разные регионы, и эти поездки они приносили не только прямые плоды, которыми были возможность участия в богослужениях, возможность принятия таинств, но также и то, что после этого оживлялась религиозная жизнь верующих. Она продолжалась и после их отъезда. Также в этот период по-прежнему продолжались гонения и преследования в отношении духовенства. И многочисленные примеры имеются по всем группам. Чтобы дать уже к концу доклада, остановлюсь еще на некоторых формах. И скажу, что часто было так, что священники, пасторы, проповедники открыто позволяли себе выступать в защиту своей паствы и верующих, так скажем, во время суда над упоминавшимся уже здесь Владиславом Буковинским. Он сказал речь, в которой защищал не только католиков, немцев или поляков, но также и вообще всех верующих, и право человека на Бога в принципе. Приведу небольшую цитату. «Я использую эту возможность, которую мне впервые в жизни дала советская власть, чтобы выступить в защиту тех, ради которых я работал в течение последних лет. Великая Октябрьская социалистическая революция бросила на весь мир девиз свободы политической, общественной, экономической.
Но не следует забывать о том, что свобода охватывает также национальные и вероисповедные отношения. Те люди, в защиту которых я выступаю, это немцы и поляки. Их привезли в этот край. Могут ли они чувствовать себя очень хорошо, если бы привезли группу русских православных в Бурятию и велели бы им там жить, а там не было бы никакой русской советской школы, и если бы русские вдруг заметили, что их дети все реже говорят по-русски, даже стыдятся русского языка. Дети все чаще и охотнее говорят по-бурятски, и при этом их еще и воспитывают верующими буддистами, а не православными, то нужно спросить, могли ли эти русские, а вы, граждане судьи русские, быть довольны своей жизнью в Бурятии? И вот, я смею утверждать, что в таком положении находятся немцы и поляки в Караганде. Я не прошу ничего для самого себя, но хочу, чтобы вы учли мои слова для блага верующих Казахстана. Я хотел бы надеяться, что мои слова не будут голосом, взывающим в пустыне, и дойдут до Алматы и Москвы. Был один случай, когда мне запретили пойти к умирающей больной, приготовить ее к хорошей христианской смерти, лишь бы мы все в СССР поняли, что первое право каждого человека, а тем более верующего человека, это право на Бога. Следует сказать, что в это время определенные изменения претерпела и жизнь верующих их традиционными религиозными обрядами и таинствами. Но одновременно следует отметить такую черту, на которую указывают и исследования и по католикам, и по протестантам, о том, что священники, пасторы, проповедники и верующие были вынуждены приспосабливаться к экстремальным условиям религиозной практики и не допускали при этом разрушения и искажения традиций своих вероучений. Одним из способов организации духовной жизни в этот период также была миграция, постоянная или временная, в регионы наибольшей концентрации своих единоверцев или в места нелегального служения священников и пасторов. Также важным этапом, на котором вкратце остановлюсь, в процессе самоорганизации было строительство церковных зданий. Потребность в храме, в молитвенном доме была очень велика. Как уже отмечалось выше, лютеране, католики, менониты, баптисты использовали первоначально для богослужений и молитв обычные частные дома. Приобретался специальный дом, который затем перестраивались под часовню. Первые церкви обычно всегда были нелегальными. Верующие собирали пожертвования, покупали дом, убирали несколько внутренних стен, и таким образом из нескольких маленьких комнат возникала одна большая комната или, если хотите, зал. Делался алтарь, и после чего церковь освящалась. В селе Красная Поляна лютеране долгое время собирались вместе с баптистами. Следует указать на одну отличительную особенность, которая связана с ролью культового здания у немцев разных конфессий. Протестантские общины, исходя из основного назначения своего культового здания, как место собрания и общей молитвы, довольствовались использованием частного дома и не всегда стремились к строительству отдельного культового здания. Это отчасти упрощало их жизнь. Основной смысл и назначение храма в католической, как и в православной традиции, это место непосредственного присутствия Божьего и там, где Бог присутствует в святых дарах. И поэтому немцы-католики стремились обычно получить разрешение на строительство полноценного храма. Ярким примером служит история храма собора святого Иосифа в Караганде. В 70-е годы деятельность религиозных общин уже направляли так называемые «двадцатки». Они объединяли верующих по месту проживания или по национальному признаку. В Караганде «двадцаткой» руководил Антон Фалик. Он от имени верующих долгое время добивался открытия разрешения на строительство храма на местном уровне. Затем было составлено письмо, и он поехал с ним в Москву в Совет по делам религии при Совете министров, где его заверили, что в ситуации разберутся. И вскоре, одновременно же, и служивший в Караганде священник Дубляускас организует паломническую группу в Литву к могиле епископа Матулевича, где верующие горячо молились об обретении храма. И вот, наконец, 28 января 1977 года долгожданное разрешение было получено. Средства на покупку дома под храм были собраны верующими заранее. До сегодняшнего дня сохранились вот истертые тетрадки, где расписаны пожертвования, внесенные жителями, немцами Караганды. Есть отдельные тетрадки по каждому микрорайону. Майкудук, мелькомбинат, совхоз Энгельса. Женщины, старики, дети очищали кирпич, укладывали его в блоки. Строительство вели своими руками. Крепкая вера, немецкое трудолюбие, жертвенность сделали по тем временам невозможное. Храм был выстроен за весну лета 1978 года. Также и в это время удалось и католикам Актюбинска получить разрешение и своего священника Томаса фон Гутенберга из Литвы, а также патер Михаил Келлер смог построить вместе со своими прихожанами храм во Фрунзе.
Еще одной из форм стал так называемый самиздат. Я не буду на нем останавливаться, так как об этом подробно говорил господин Кригер. И скажу лишь еще об одной важной форме в завершение, которая являлась домашняя так называемая церковь или семья. Все религиозные группы без исключения осознавали важность духовного воспитания детей и молодежи. Но именно в этом вопросе они были ограничены государством более всего. К примеру, в Акмале местные власти потребовали повесить на здании молитвенного дома, зарегистрированной лютеранской общиной, объявление «До 18 лет вход запрещен». По воспоминаниям современников отмечаются многочисленные факты давления на родителей, чьи дети были вовлечены в религиозную жизнь, им угрожали отдать под суд, забрать детей, исключить из школы. Дети также подвергались осмеянию и издевательствам со стороны учителей, других школьников. При этом одни мужественно противостояли этому натиску, а другие уступали и прерывали связь поколений. Исследователям получены выводы о том, что специфика религиозных общин и семьи в советском обществе состоит в том, что они выступают как факторы и как основные сферы религиозности. Роли семьи и общины в воспроизводстве религиозности в новых поколениях представляется следующим образом. В семье религиозное мироощущение закладывается, а в протестантской общине доводится до уровня миропонимания. Также есть некоторые материалы сравнительного характера. Скажем, исследователи указывают на то, проведя сравнение между лютеранами и меннонитами, что среди последователей лютеранства доля полных религиозных семей меньше, нежели чем среди меннонитов. Многие семьи в этот период были настоящей живой домашней церковью, приносили богатые плоды. В то же время были и семьи, которые в силу ряда объективных или субъективных причин не справлялись с миссией семьи хранительницы веры. Даже если старшее поколение верило само, то оно не передавало веру своим детям и внукам, которые вырастали полуатеистами, иногда и полными атеистами. В этих условиях очень мощный вызов был брошен личной вере каждого. Мы имеем живые примеры исповедников, свидетелей веры. Но одновременно и наблюдались случаи так называемого нерадения своей душе и вере. Да, была запрещена церковь, были запрещены публичные молитвенные собрания, но невозможно было запретить личную молитву, личную веру. И следует также сказать о том, что в тех регионах, где концентрация немцев была выше, соответственно, имели место все эти формы. В регионах дисперсного проживания далеко не все эти формы самоорганизации имели место, и установить связь между верующими было очень сложно. Основной и главный процесс, который стал происходить к концу рассматриваемого периода, заключался в том, что постепенно снижался уровень религиозного сознания немцев, и постепенно стирались вот эти грани, которые были между этнорелигиозными меньшинствами. Приведу лишь две короткие характеристики для немцев разных конфессий. Так, по состоянию на начало 70-го года, пишет Буковинский о католиках. Старшие немцы-католики чувствуют себя прежде всего католиками, а уже потом немцами. Так старый немец-католик говорит себе: «Я немец-католик, и реже я немец». У молодежи нет этого перевеса католицизма над национальностью. Старшие немцы-католики не очень признают немцев лютеран или баптистов за своих соотечественников. Они предпочитают, чтобы их дети, внуки женились, выходили замуж за поляков, литовцев, лишь бы действительно за верующих католиков, чем за немцев, принадлежащих другим вероисповеданиям. У протестантов, исследователям также получены выводы о том, что такие проявления этноконфессионального, как негативное отношение к межконфессиональным, межнациональным... Frau Burgert, ganz kurz, können Sie bitte zum Schluss kommen? Danke. Завершение скажу, что на рассматриваемый нами период приходится смена поколений. Все меньше оставалось верующих лютеран, католиков, меннонитов, которые были рождены и воспитаны в моноконфессиональных общинах в относительно благоприятных для церкви и веры условиях. Уходило поколение тех, которые были рождены в конце 19-го, начале 20 века. И совершенно оправданы были опасения о том, что пока живет бабушка мудрая и набожная, вся семья верующая, практикующая. Когда бабушка умирает, то мама не может дать уже своим детям то, что давала она. А если умрет мама, то ее дочь в еще меньшей степени может повлиять на своих детей. И так потихоньку среди молодежи уменьшается процент тех, кто верит. Они перестают молиться, их дети, скорее всего, будут агностики. Эти опасения, к сожалению, оправдались и среди немцев-лютеран, и католиков, и меннонитов. К концу рассматриваемого периода прежняя религиозная идентичность основной массы этнорелигиозных групп все более разрушалась. Там, где исчезал религиозный маркер, мы наблюдаем только немецкое происхождение.
и со сменой поколений наблюдаем трансформацию этнорелигиозных групп, меньшинств, единый народ или советские немцы. И таким образом можно выделить две основные тенденции для этого периода. С одной стороны, сохранение веры за счет нелегальных форм самоорганизации, и с другой стороны, нарастание негативных разрушительных тенденций, связанных со сменой поколений и трансформацией традиционного религиозного сознания. То наследие же, которое удалось сохранить в этот период, оно стало фундаментом для возрождения церквей немцев разного исповедания уже на территории постсоветских государств. Благодарю за внимание. Okay. Vielen Dank an Frau Burger für diesen sehr, sehr detaillierten Vortrag auch. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt vorschlagen, dass wir direkt zum zweiten Vortrag übergehen und die Diskussion an das Ende verschieben. Das heißt, dass wir uns alle drei Vorträge zuerst anhören. Ich denke, thematisch passt das auch ganz gut zusammen und dass wir am Ende dann Fragen stellen können zu allen drei oder besser gesagt vier Referenten und Referentinnen. Der nächste Vortrag trägt den Titel Russlanddeutscher religiöser Dissens in der Brezhnev-Ära und wird von Professor Viktor Dönninghaus und André Sabin vorgetragen. Professor Dönninghaus hat 1993 an der Universität von Dnipropetrovsk, heute Dnipro in der Ukraine, mit einem Thema, also mit dem Titel Nationalitätenpolitik auf der Krim von 1921 bis 1925 promoviert und 2006 in Freiburg dann habilitiert zum Thema Instrumente und Methoden stalinistischer Nationalitätenpolitik, die Moskauer Zentralorgane und die Diaspora-Minoritäten von 1917 bis 1938. Seit April 2013 ist Professor Dönninghaus wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit April 2014 stellvertretender Direktor am Nordostinstitut IKGN in Lüneburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Geschichte Russlands und der Sowjetunion, vor allem im 19. und 20. Jahrhundert. Er beschäftigt sich aber auch mit Nationalitätenpolitik, mit Konflikt- und Gewaltgeschichte, mit der Geschichte der Ukraine und der Krim und natürlich auch mit der Geschichte der Deutschen in Russland und der Sowjetunion. Dr. André Sabin hat 1900 in Novosibirsk an der Staatlichen Universität studiert und auch promoviert und hat sich in seinen wissenschaftlichen Arbeiten vor allem mit der Geschichte von nationalen und religiösen Minderheiten in der Sowjetunion beschäftigt, mit dem Stalinismus, mit Repressionen und auch mit sowjetisch-deutschen Beziehungen in den 20er, 30er Jahren, aber auch mit der Brezhnev-Ära. Er ist an der sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften tätig und Leiter des Sektors für gesellschaftlich-politische Entwicklung in Novosibirsk. Damit würde ich jetzt an die beiden Referenten übergeben. Коллеги, день добрый. Меня хорошо слышно? Прекрасно. Спасибо. Спасибо. Vielen Dank. Наш доклад с Виктором Дюнингхаусом посвящен религиозному диссенту российских немцев в брежневскую эпоху. У нас, как вы видите, разделение труда. Моя задача заключается в том, чтобы поместить религиозный диссент, охарактеризовать религиозный диссент российских немцев в широком историческом контексте, а Виктор Дюнингхаус во второй части доклада уже более детально расскажет, в чем этот, собственно, феномен религиозного диссидентства российских немцев состоял, в чем он заключался. Приступаю непосредственно к докладу. Попытаюсь говорить медленно, чтобы переводчик успевал переводить. В марте 1966 года Комитет государственной безопасности внес на рассмотрение в ЦК КПСС ряд предложений, цитирую, в связи с националистической деятельностью крымских татар и проявляемой активностью немцев-автономистов и баптистов-инициативников. Конец цитаты. Это короткое перечисление трех групп населения,
деятельность которых воспринималась органами советской политической полиции как серьезная внутренняя угроза советскому строю, весьма симптоматична для истории российских немцев периода так называемого застоя. Ведь в двух случаях из трех немцы-автономисты и баптисты-инициативники, речь шла именно о советских гражданах немецкой национальности. Но если автономистское движение российских немцев сегодня исследовано достаточно полно, о чем в том числе свидетельствуют доклады, представленные настоящей на нашей конференции, то о той важной роли, которую немецкие общины сыграли в так называемом инициативном движении религиозных диссидентов, охватившим в 60-е и 80-е годы значительную часть протестантского спектра, по-прежнему известно сравнительно мало. Движение религиозных диссидентов во главе с самопровозглашенным Советом Церквей Евангельских Христиан-Баптистов стало их же советская пропаганда называла раскольники, их же советская пропаганда называла инициативники, инициативная церковь. Так вот, появление религиозных диссидентов стало результатом драматического раскола в начале 60-х годов единой баптистской религиозной организации, которая легально существовала в СССР с 44-го года во главе с Всесоюзным советом евангельских христиан-баптистов. Радикальное неприятие церковного раскола партийно-государственными органами, отвечавшими в СССР за церковно-государственную политику, их стремление ликвидировать этот раскол, равно как и все коллизии взаимоотношений между религиозными диссидентами из числа протестантов и властью в 60-е и 80-е годы, необходимо рассматривать в контексте принципиального поворота в религиозной политике советского государства, осуществленного сталинским руководством в годы Второй мировой войны. Как известно, этот поворот, историки его называют сталинский ренессанс или сталинский конкордат с церковью, привел к возрождению церковных организаций и легализации религиозной жизни после массовых гонений на все, без исключения религиозные организации, в годы Большого террора. Новый сталинский курс в отношении религиозных организаций означал также смену главной парадигмы государственной религиозной политики. В 20-е и 30-е годы кредо этой религиозной политики звучало как «разделяй и властвуй». То есть государство, органы тайной полиции целенаправленно дробили религиозные организации на ряд течений, сект, враждующих между собой направлений. И эта линия, еще раз повторяю, была главной. Начиная с войны, кредо теперь государственной политики в отношении церкви звучит, формулируется с точностью до наоборот. Теперь государство требует объединять и главствовать. То есть если в 20-е и 30-е годы приветствовались любые расколы в религиозных организациях, то начиная со Второй мировой войны любой раскол в религиозных организациях сурово преследовался. Как это объяснить? В историографии сталинский церковный ренессанс, как правило, объясняется стремлением использовать церковь во внутриполитических, внешнеполитических акциях режима в условиях тяжелейшей войны, а также желанием лишить религиозные организации ореола гонимых, теснее привязать их к советскому государству и тем самым ослабить их популярность среди верующих. С такой интерпретацией трудно не согласиться. Однако возьмем на себя смелость утверждать. Специфический консенсус между коммунистической властью и религиозными организациями стал возможен главным образом лишь потому, что к началу войны под давлением массовых репрессий руководство большинства религиозных организаций доказало свою готовность платить за выживание и легальное существование церковных структур высокую цену сотрудничества с тайной полицией и другими властными органами. В свою очередь, такая конформистская позиция руководства конфессий, готовых служить надежным проводником государственной религиозной политики, порождала у власти чувство уверенности в том, что подконтрольные религиозные организации не представляют больше угрозы и не являются серьезными конкурентами на поле идеологического противостояния. В результате, начиная с середины 40-х годов, главным проводником государственной политики стало служить непосредственно само руководство церквей. Государство в духе меткого замечания известного русского писателя Михаила Пришвина о том, что
цитирую, рано или поздно разрешат и молиться, конечно, при условии, чтобы минимум одна молитва была за советскую власть, признала за лояльными религиозными организациями право на определенное место в обществе. По сути дела, начиная с 1943 года, в Советском Союзе реализуется проект так называемой Советской Церкви, создание Советской Лояльной Церкви. Под церковью, еще раз повторяю, я имею все, понимаю все религиозные организации. В этом контексте радикальная антицерковная кампания, развязанная Никитой Хрущевым в начале 60-х годов, была контрпродуктивна, создавала ненужные точки напряжения, превращала вполне лояльных трудящихся из числа верующих в противников советского строя. Поэтому уже первые шаги в сфере церковно-государственных отношений, предпринятые брежневским руководством, были направлены на восстановление нарушенного консенсуса. То есть Леонид Ильич здесь действовал как сталинский эпигон. Всем партийным и советским организациям, а также органам КГБ, суда и прокуратуры сразу же после прихода Брежнева к власти были направлены директивы о недопустимости административных методов в деле борьбы с религией и требования исправить допущенные перегибы. В итоге с конца 64-х годов прокуратура Советского Союза осуществляла широкую проверку дел, судебных дел, осужденных из числа верующих с целью их последующего освобождения. Жалобы верующих в обязательном порядке обсуждались на заседаниях обкомов КПСС. Свою долю вины вынуждено было также признать руководство Комитета государственной безопасности Владимир Семичастный, председатель КГБ в декабре 64 года, заявил о том, что органы КГБ в работе, цитирую, органы КГБ в работе по церковникам и сектантам выполняли несвойственные им функции по ограничению религиозной деятельности. Однако брежневская реакция, восстановление вот этого консенсуса между лояльными религиозными организациями и государством не стало действенным барьером на пути возникновения религиозных диссидентов в Советском Союзе. Почему? С одной стороны, совершенно очевидно, брежневская либерализация явно запоздала. Хрущевские гонения привели к тому, что уже в начале 1962 года из наиболее радикально настроенных баптистов сформировался так называемый организационный комитет, главная цель которого состояла в том, как писал заместитель председателя КГБ СССР Николай Захаров, в том, чтобы вывести церковь евангельских христиан-баптистов из-под контроля государственных органов. К концу 1964 года этот оргкомитет, из которого потом, как я уже говорил, возник совет церквей евангельских христиан-баптистов, поддерживали уже от 7 до 10 тысяч верующих. С другой стороны, либеральная церковно-государственная политика брежневского образца достаточно быстро продемонстрировала свои границы. Власть была готова идти на компромисс с протестантами, но только на своих условиях. Когда же в ответ на смягчение гонений вместо ликвидации раскола и восстановления единой подконтрольной баптистской церкви власть получила прямо противоположный результат, углубление раскола и создание независимой церковной организации, деятельность которой ставила под сомнение теорию естественного отмирания религии в СССР, то в этой ситуации брежневской власти не оставалось ничего другого, как прибегнуть к старой палочке-выручалочке, к репрессиям. Рубежным здесь стал март 1966 года, когда были приняты ряд указов Президиума Верховного Совета РСФСР, которые существенно ужесточали наказание за уклонение религиозных объединений от регистрации, за нарушение установленных законом правил организации религиозных собраний, шествий, церемоний, организацию детских, юношеских собраний, трудовых, литературных и прочих кружков и групп, изготовление и массовое распространение обращений, писем, листовок, о чем рассказывал Виктор Кригер, и иных документов, призывающих к неисполнению советского законодательства о религиозных культах. Но, подчеркну, даже такой ужесточенный вариант религиозной политики не шел ни в какое сравнение с репрессиями 30-х годов, что предопределило минимальный эффект воздействия и не смогло помешать возникновению именно, так сказать, движения религиозных диссидентов. Передаю слово Виктору Дюнингхаусу.
Спасибо большое, Андрей. Слышно меня нормально? Да, Виктор. Я продолжаю. Российские немцы из числа меннонитов и баптистов не только примкнули к инициативному движению, но уже в 1970-е годы оказались в его авангарде. Так, согласно данным, приведенным в постановлении Совета по делам религии при Совете министров СССР о мерах по упорядочиванию сети религиозных объединений, состоящих из граждан немецкой национальности, и усилению контроля за их деятельностью от 28 августа 1974 года, из 580 выявленных фактически действующих обществ и групп верующих, состоявших из немцев, было зарегистрировано 89, то есть лишь около 15%. Спустя 7 лет, в 1981 году, несмотря на целенаправленную деятельность органов власти, из 929 немецких религиозных общинных групп, действовавших в СССР, было зарегистрировано только 280, около 30%, то есть все еще подавляющее меньшинство. К началу перестройки в СССР от регистрации уклонялось 272 религиозных объединения, полностью или частично состоявшие из лиц немецкой национальности, в которых насчитывалось около 16 тысяч человек. Среди них 105 групп и общин составляли сторонники Совета Церквей Евангельских Христиан-Баптистов, 29 менониты, 63 пятидесятники, 30 свидетелей Иеговы. Большинство объединений, уклонявшихся от регистрации, было сосредоточено в Алтайском крае, Омской, Алма-Атинской, Талды-Курганской, Павлодарской, Джамбульской, Капчатавской, Карагандинской, Чимкентской и Целиноградской областях, Киргизской и Таджикской ССР. Главной проблемой, вокруг которой развернулось драматическое противостояние власти и немецких религиозных организаций, примкнувших к баптистам-инициативникам, в советских документах, как Андрей уже говорил, и антирелигиозной литературе, участники движения фигурировали также как раскольники-сектанты и религиозные экстремисты, стала проблема государственной регистрации общин. За этой казенной формулировкой на самом деле скрывался ключевой вопрос легальности, законности или, соответственно, иллегальности, незаконности религиозной жизнедеятельности протестантов и, в конечном итоге, вопрос ликвидации раскола и подконтрольности деятельности религиозных общин. Немецкие общины инициативников, которые с начала 60-х годов категорически отказывались от государственной регистрации, тем самым также отказывали государству в праве на любое вмешательство и любой контроль, фактически сознательно ставя себя в глазах власти вне закона и рискуя навлечь на себя гонения. Обе стороны конфликта прекрасно осознавали, что стоит на кону. Отказ от государственной регистрации общин подрывал сами основы новой церковно-государственной политики, центр тяжести, который был перенесен из сферы массовых репрессий в сферу эффективного контроля и манипулирования религиозными организациями изнутри. В контексте характеристики государственной политики, нацеленной на предупреждение и пресечение противозаконной деятельности отколовшихся баптистов, большое место в противостоянии верующих и государства занимало, во-первых, борьба верующих за свои молитвенные дома. Здесь, на стороне верующих, был более чем 20-летний опыт организации так называемых домовых церквей, то есть церквей на частных квартирах, которые они стали создавать после фактической ликвидации в годы Большого террора легальных, то есть зарегистрированных и официально учтенных религиозных общин. В годы после смерти Сталина распространенной практикой стали покупка верующими в складчину частных домов как собственности одного из членов общины и использование их как домов молитвы. Однако незаконность такой схемы с точки зрения советского законодательства и важность культового здания
являвшегося неотъемлемым условием религиозной жизни, делали владение молитвенным домом ахиллесовой пятой незарегистрированных общин. На всем протяжении брежневской эпохи власти практиковали целый спектр действий, чтобы парализовать работу нелегальных молитвенных домов незарегистрированных общин. Речь идет об административных штрафах, налагаемых на владельцев домов и руководителей общин, разгоне молитвенных собраний силами народных дружин и милиции, аресте транспортных средств участников молитвенных собраний и снятии с них номеров, конфискации религиозной литературы и культового имущества, библий, песенников, нотных сборников, музыкальных инструментов и так далее, и как самое радикальное средство сноси молитвенного дома. Причем последнее практиковалось вплоть до начала перестройки. Так, 26 октября 1985 года был снесен молитвенный дом, построенный в 1983 году, то есть новый дом, незарегистрированной менонитской общиной села Хортица Нижнеомского района Омской области во главе с проповедниками Зименсом и Фастом. Показательно, что власти были готовы узаконить здание в качестве молитвенного дома в том случае, если бы община заявила о своей готовности зарегистрироваться. Во-вторых, речь идет о внешкольном религиозном обучении детей и юношества в обязательном порядке, широко практиковавшимся немцами-инициативниками. Феномен массового омоложения протестантских общин чрезвычайно беспокоил власть, поскольку противоречил государственному политико-идеологическому концепту скорого отмирания религии в социалистическом обществе вместе с уходом из жизни темных и непросвещенных старших поколений. Еще в конце 1964 года уполномоченный Совета по делам религиозных культов отмечал, что если в общинах лояльных баптистов основную массу составляли лица пожилого возраста, то в Славгородской и Кулундинской менонитских группах Сибири доля молодежи в возрасте до 30 лет достигала 70%. Именно поэтому наиболее жесткие репрессии, допустимые в брежневские времена, применялись в первую очередь в отношении руководства и актива общин, занимавшегося религиозным воспитанием детей. Постоянные конфликты также сопровождали массовые религиозные празднования и публичное сборище верующих, которые трактовались органами власти как нелегальные акции, подлежавшие запрету и разгону. Особое недовольство у партийно-советских органов вызывали активное и регулярное участие верующих в подписных кампаниях в защиту узников совести, их стремление донести свои требования и нужды до руководства СССР и мировой общественности. Суть религиозного диссидентства, его феномен заключались в политизации деятельности незарегистрированных общин. Раскол в баптистской среде был сознательно политизирован властью. Что же касается самих верующих, то политизация с их стороны заключалась в выдвижении требований к властям, которые носили политический характер, таких как освобождение узников совести, разрешение открытой пропаганды религии, в том числе в общественных местах, отказ от атеизма в качестве государственной политики, реформирование законодательства о культах и так далее. И в заключение, но не в последнюю очередь, необходимо охарактеризовать острую конкурентную ситуацию, которая имела место между незарегистрированными общинами и государством, где предметом конкуренции выступали легальные протестантские общины. В отличие от свидетелей Иеговы, христиан веры евангельской пятидесятников, истинно православных христиан, истинно православной церкви и адвентистов-реформистов, деноминаций малочисленных и в целом экзотических для советского религиозного ландшафта, движение инициативников обладало огромным потенциалом развития, в первую очередь в лице лояльных баптистских общин. При определенных условиях союз церквей евангельских христиан-баптистов мог поглотить лояльные общины баптистов
И в этом случае власти заполучили бы 250 000 религиозных диссидентов вместо 20 000. Кроме того, инициативники прекрасно продемонстрировали свою способность быть церковью для верующих разных национальностей. Движение баптистов-инициативников объединило в своих рядах русских, украинцев, белорусов и немцев. Этот космополитизм также являлся наглядным свидетельством высокого потенциала жизнеспособности Совета Церквей и евангельских христиан-баптистов. Деятельность инициативников способствовала формированию принципиально новой модели взаимоотношений религиозных организаций и власти в СССР. В отличие от практик адаптации к советской антирелигиозной политике, выработанных верующими в предыдущие годы, общины диссидентов теперь уже не стремились выживать любой ценой. Вектор диаспоральной групповой адаптации сменился с приспособления на активное отстаивание своих прав, публичность, массовость и наступательность действий. Эти новаторские практики позволили инициативникам осознать себя настоящим братским движением со своими вождями и героями, мучениками и отступниками, со своей историей и высокой миссией защиты религиозных свобод. Именно это обстоятельство так и не позволило властям вплоть до распада Советского Союза заставить религиозных диссидентов перейти на лояльные позиции. В то же время минимизация репрессивной составляющей, перемещение антирелигиозных мероприятий от Комитета государственной безопасности СССР к Совету по делам религии при Совете министров Советского Союза и его региональным структурным подразделениям в условиях активного протестного движения верующих привели к тому, что борьба с религией все больше и больше превращалась в брежневскую эпоху в бесперспективную бюрократическую рутину, сводившуюся к наблюдению и контролю в рамках формализованных процедур. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Ja, vielen Dank an Herrn Dr. Savin und Professor Dönninghaus für diesen auch wieder sehr, sehr interessanten Vortrag. Da wir jetzt zwei Vorträge hatten, die sich mit der, sagen wir mal, spätsowjetischen Zeit beschäftigen, ist es vielleicht doch günstiger, wenn wir jetzt die Runde für Fragen doch öffnen und Erzbischof Brauer dann im Anschluss noch zu Wort kommt. Deswegen jetzt meine Frage: Gibt es Fragen an die Referenten bzw. an die Referentin? Ja, Herr Eichelberg, bitte. Людмила Александровна, большое спасибо. Вопрос в первую очередь к вам. Немцы в Центральной Азии имели одно преимущество. Здесь был климат мягче, теплее. Они могли чаще, проще собираться на кладбищах. Хотел бы показать фото из книги «Землячество» 1972 года. Это пасхальный ход в Душанбе в 1967 году. Это, по-видимому, был тоже один из факторов, почему немцы старались переехать в конце 50-х, начале 70-х годов в Центральную Азию. Как вы считаете? Евгений, спасибо за вопрос. Да, действительно, такая тенденция наблюдается. Она отмечалась и ранее в работах исследователей о том, что именно климатический фактор был одним из факторов миграции немецкого населения из регионов Сибири, Урала, там, где климат был менее привычным для них, в районы с более теплым, умеренным климатом, в том числе среднеазиатские районы и более теплые районы Казахстана. Возможно, это можно рассматривать как один из факторов. Вот, работая с источниками, я встретила такое, в том числе и в воспоминаниях Владислава Буковинского, упоминание о том, что очень быстро растет немецкое население Караганды, Карагандинской области.
Одним из факторов было то, что это молодой растущий шахтерский город, где можно было найти работу легко. Но также пишут о том, что немцев привлекало сюда то, что здесь, по слухам, всегда было много священников, всегда можно было найти священников. Поэтому приезжали как временно к священнику, так и переселялись на постоянное место жительства. И тоже в письмах свидетелей того времени есть такое упоминание. Одна из верующих пишет о том, что после того, как отменили спецкомендатуру, родители поехали посмотреть, куда можно переехать с севера. Отец, вернувшись домой, сказал, что везде жить можно, но нужно ехать в Караганду, потому что там вера. Okay, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe jetzt gerade keine Frage. Dann würde ich gerne noch eine Frage stellen, vielleicht an Herrn Dr. Sabin und an Professor Dönninghaus. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass mir ganz oft scheint, dass diese Politisierung oder dieses, sagen wir mal, Dissidententum eigentlich erst entsteht, sobald sich der Staat einschaltet. Ja, also dass sich viele von den religiösen Gruppierungen oder Gemeinden eigentlich wahrscheinlich selbst zunächst überhaupt nicht als Dissidenten begriffen haben, aber dass sie durch den Staat und durch die Gängelung wahrscheinlich dazu erst gemacht wurden und dann vielleicht den Schritt weiter gingen und wirklich auch erst zu Dissidenten geworden sind. Also diese übertriebene, ja, Kontrolle durch den sowjetischen Staat kommt mir manchmal so vor, als hätte sie eigentlich bestimmte Erscheinungen selbst erst hervorgerufen, die es so ohne diese übertriebene Kontrolle vielleicht gar nicht gegeben hätte. Vielleicht können Sie da kurz etwas zu sagen. Ну, я начну, Виктор, если захочет, то продолжит. Прекрасное наблюдение, конечно же, так сказать, это одна из ключевых проблем вообще советской истории. Это множество идентичностей советских людей. Вот, если мы берем советских немцев, то практически, я думаю, всем коллегам известен этот эффект. Они все стремились, особенно, так сказать, после 55 года, они все стремились реабилитироваться. Единственным способом реабилитации, практически единственным способом реабилитации была ударная работа во благо государства, имя государства. Вот. И нередкостью были случаи, когда немцы прекрасно трудились на Целине, вызывая комплименты в свой адрес. По-моему, Микояна, да, известная цитата о том, что немцы трудились на Целине, и Целину без немцев не подняли. То есть нередкостью были герои социалистического труда и орденоносцы среди немцев. То есть, с одной стороны, это совершенно нормальные советские граждане с советской идентичностью, с позитивной советской идентичностью. Вот. Но вот религиозный вопрос. Но религиозный вопрос, противостояние с государством по религиозному вопросу заставляло этих вполне лояльных людей вдруг становиться противником государства. И, конечно же, во многом, как вы верно подметили, вина в этом ложилась на государство. Потому что действительно, ну, это феномен. Феномен большевиков и феномен советской власти в целом – это минимизация частной сферы и политизация всего, чего, до чего только дотягивалось, так сказать, щупальца государства. Вот. И религиозная сфера, к сожалению, так сказать, оказалась полностью политизирована. Вот. И во многом действительно, так сказать, это диссидентство, ну да, было запрограммировано государством. То есть имело место движения как снизу, так и сверху. Виктор, если хочешь что-то добавить. Я просто хотел сказать коротко, что вообще этот феномен религиозного диссидентства интересен
бесконтрольностью в чем-то, потому что если обычного диссидента можно было отследить, прослушать, то как религиозные диссиденты, это как дракон, у которого отрубывали голову, потому что садили в первую очередь, естественно, церковную элиту, но община развивалась дальше. И этот феномен противостояния, что существуют люди, которые имеют свое собственное, так сказать, видение и политики, и развития государства, и право на свободу слова, и оно было слишком массовым для, при тех же цифрах, которые мы говорили, если речь идет только о 20 тысячах, для диссидентов очень массовым. И отсюда контроль, жесткий контроль КГБ, позже Совета религии. В этом, я считаю, как раз этот симбиоз государства, религиозное диссидентство работало весьма, скажем так, с одной стороны, неэффективно, с другой стороны, как раз контроль сложно было осуществлять. Позволяло развиваться этому движению дальше, в отличие от обычного диссидентского движения, которое можно было относительно легко, по крайней мере, если не ликвидировать, то притушить. Okay, vielen Dank für Ihre ausführlichen Antworten. Ich lese jetzt mal noch eine Frage von Alexander Minor vor, der gerne wissen möchte, ob Sie Fälle kennen, in denen Kinder von irgendeiner gläubigen Frau, wie Frau Burger das hier angesprochen hat, getauft wurden und inwiefern dass diese Taufe durch die Kirche auch anerkannt wird oder auch nicht anerkannt wird. Отвечу на вопрос господина Минора. Das müsste dann Herr Minor bitte kurz ergänzen, von welcher Kirche. Наверное, тогда перейду к ответу. Да, баптисты. Могу ответить на вопрос? Я вижу, Татьяна Илларионова, рука поднята. Татьяна. Да, спасибо большое. Могу я свой вопрос задать по поводу религиозного диссидентства среди российских немцев, вам обоим докладчикам, даже трем докладчикам, может быть. Многие немцы приехали в Россию в 18-19 веках именно как религиозные диссиденты. Все менониты это были религиозные беженцы. Они нашли свое укрытие. Поэтому мне кажется, что при рассмотрении такого сложного вопроса, как вера среди российских немцев, обязательно вот эти исторические реминисценции должны присутствовать. Многие общины существовали, но даже та же община в нынешнем Волгограде как особые религиозные поселения. Согласны со мной? Люди? Ой, все пропало. Слышно меня? Да. Ja, also wir konnten eigentlich alles sehr gut hören, ja. По-прежнему, по той же схеме, Виктор. Я почти не слышал вопроса. Я, к сожалению, плохо слышал, да, но, насколько я понял, Татьяна спрашивает нас о том, в какой степени традиция, дореволюционная традиция, в том числе, способствовала вот этому, так сказать, складыванию религиозного диссидента в брежневское время. Ну да, да, потому что они приехали в Россию в значительной своей массе как религиозные беженцы в 18-19 веках. И более того, им царское правительство на этом основании привилегии-то устанавливало. В армии не служить, к примеру, для менонитов.
То есть у них была огромная традиция именно мировоззренческого противостояния. Вот, наверное, при рассмотрении даже вопросов брежневской эпохи, Понятно, Игорь, спасибо. Да, Татьяна, конечно, определенное воздействие традиции отрицать не стоит, и действительно, длительная, многовековая привычка тех же меннонитов жертвовать ради веры, ради свободы веры, ради своей практически всем, да, и в случае притеснений перебираться даже в другое государство, конечно же, она сыграла свою роль. Вот. Но я бы не стал бы ее, тем не менее, да, я не стал бы этот фактор преувеличивать его значение, поскольку между, ну, не знаю, 16-17 веком, да, и да, лежали еще там 30 лет советской власти, между, так сказать, лежали сталинские репрессии, лежал опыт выживания в совершенно других это, по сути дела, так сказать, выживание в государстве, которое, так сказать, уже модернизируется, да, то есть сталинское модерновое государство, то есть с такими вызовами раньше общины, конечно же, не сталкивались. Поэтому, конечно же, видимо, все-таки опыт 20-х, 30-х, 40-х годов здесь превалировал. Но я хочу только одно сказать. Вот нас собрал на эту конференцию Детмольд, музей. Надеюсь, я отвечаю на тот вопрос, который был задан. Да, да, да. Меня слышно? Слышно меня? Удивительно. Vielen Dank. Накладка, идет накладка текста. Я просто хотел добавить, что то, о чем сказал Андрей, конечно. Ich würde noch ganz kurz Frau Burgert bitten, die Frage von Herrn Minua zu beantworten, und dann würden wir auch schon weitergehen zu Erzbischof Brauer. Что касается вопроса господина Минора, в докладе, к сожалению, уже не было времени остановиться на жизни, особенностью жизни таинств. Да, это был период, когда очень часто крестили верующие бабушки, женщины старшего возраста. Я сама вот пример того, что меня крестила в детстве верующая бабушка. Это крещение признается действительным. Немцы называли такое крещение «Ноттауфе», то есть как бы крещение в условиях необходимости, беды какой-то, в экстренных обстоятельствах. Потом, если такой человек встречал священника, производилось так называемое условное крещение, то есть священник произносил формулу на тот случай, если, скажем, крестящая бабушка не все сделала правильно, как того требовалось по крещению. Кроме того, тоже есть факты, что крестили детей, как я уже говорила, в православных храмах, и тоже Буковинский пишет, что мы говорим людям, что православный батюшка крестит правильно, но есть опасность неразвлечения конфессий в этом смысле. Спасибо. Okay, vielen Dank für all Ihre Fragen und auch die ausführlichen Antworten der Referenten, Referentinnen. Ich würde dann jetzt überleiten zum Vortrag von Erzbischof Brauer, der den Titel zur Situation der Religion in Russland und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion unter besonderer Berücksichtigung der Russlanddeutschen trägt. Dietrich Brauer hat von 2001 bis 2005 am Seminar der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nova Saratovka studiert und arbeitete von 2005 bis 2010 als Pfarrer im Bezirk Gusev, Gumbinen im Kaliningrader Gebiet. 2011 wurde er zum Bischof gewählt und 2014 dann zum Erzbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche Russlands. Außerdem ist er seit Mai 2015 Mitglied des Rates für die Zusammenarbeit mit religiösen Vereinigungen unter dem Präsidenten der Russländischen Föderation. Herr Erzbischof Brauer, ich würde Ihnen jetzt das Wort übergeben. Vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde.
Ich danke für die Einladung und für diese Ehre, auf dieser aufschlussreichen Konferenz zu referieren. Ich setze, wenn Sie mir erlauben, meinen Akzent auf meine Kirche. Das ist eine Kirche der Russlanddeutschen und die ist ein fester Bestandteil unserer religiösen Landschaft, sowohl im Russischen Reich, Sowjetunion, dem heutigen Russland und den Nachbarstaaten seit Jahrhunderten. Evangelische Christen standen an den Ursprüngen der Entstehung des russischen Staates beziehungsweise des Russischen Reiches. Schon unmittelbar nach den Ereignissen der Reformation in Deutschland kommt der evangelische Glaube mit seinen Trägern nach Russland. Das war nicht zuletzt den intensiven wirtschaftlichen Beziehungen und der Offenheit der Regierenden gegenüber den Deutschen zu verdanken. Deutsch bedeutete ja damals bloß stumm zu sein. Damit bezeichnete man die Menschen, die der lokalen Sprache nicht so mächtig waren. Also Neuankömmlinge waren gemeint. Aber nicht unbedingt Ausländer. Sie waren doch Russland nicht ganz fremd. Russland war ja ethnisch nie homogen. Bis heute ist es ein Vielvölkerstaat. Viele verschiedene Völker, Sprachen und Glaubensrichtungen koexistieren hier von jeher. Die Wertschätzung und positive Nutzung dieses Vorteils brachte dem Land Entwicklung und Wohlstand. Wesentlich war auch, dass die Russlanddeutsche sich als loyale, fleißige und treue Bürger bewährt haben und dass sie sich sehr schnell in die mehrheitlich doch orthodoxe Gesellschaft integriert haben. Viele evangelische Russlanddeutsche haben für die Kultur, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft Russlands und der Nachfolgerstaaten der Sowjetunion eine außerordentlich wichtige Rolle gespielt. Unabhängig von der wechselvollen politischen Konjunktur sind ihre Namen für immer mit goldenen Buchstaben in die Geschichte Russlands eingeschrieben. Das 20. Jahrhundert ist für uns wie auch für alle Religionsgemeinschaften unseres Landes bzw. unserer Länder durch die roten Töne des Martyriums gekennzeichnet. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg werden Kirchen geschlossen und Eigentum nationalisiert. Bibeln, Gesangbücher und sonstige geistliche Literatur wird konfisziert. Samt Gotteshäusern werden auch Schulen und soziale Einrichtungen zerstört oder geschändet und für sogenannte sozialistische Notwendigkeiten umgestaltet. In der Zeit des großen Terrors wurden Gläubige aller historischen Konfessionen inklusive evangelische zu Klassen- und Volksfeinden erklärt. Geistliche und auch aktive Laien wurden festgenommen, zur Zwangsarbeit geschickt und hingerichtet. Mit Beginn des Großen Vaterländischen Krieges 1941 kommen dazu, wie bekannt, noch neue, grausame, massenhafte Repressalien und Deportationen. Die russisch-orthodoxe Kirche spricht sehr oft und offen von Gräuel der 30er Jahre. Der Moskauer Patriarch Kirill hat sich schon mehrfach zu den Leiden seiner Kirche geäußert. Zum Andenken an die Neumärtyrer werden Kirchen und Museen gebaut, entsprechende Literatur herausgegeben, Aufklärungsprojekte initiiert. Die russisch-orthodoxe Kirche appelliert an den Staat und bietet um die Wiederherstellung der historischen Wahrheit. Endgültige Rehabilitation der Kirche, Restitution der alten Kirchen und Klostergebäude und Finanzierung von Bau der neuen. Zweifellos hat diese Kirche einen Sonderstatus und hat mehr Handlungsfreiheit als andere in unserem Kontext. Aber wir können davon einiges lernen, denn auch die russlanddeutsche, evangelische und katholische haben einen echten Genozid erlebt und sollten die Hoffnung nicht verlieren, dass auch hier die historische Wahrheit gewinnt. Denn vieles geriet leider mit der Zeit in Vergessenheit und wird dann leicht einer Fehlinterpretation ausgesetzt. Bei Aufarbeitung dieses Themas ist die Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland von unschätzbarer Bedeutung. Und es gibt sehr gute Beispiele der Zusammenarbeit an diesem Thema. So
wurde zusammen mit dem Internationalen Verband der deutschen Kultur zum Reformationsjubiläum 2017 eine Bücherserie veröffentlicht. Ein Buch steht unter dem Titel Vom Himmel hoch, da komme ich her und ist den historischen Kirchengebäuden gewidmet und zeigt Bilder der russlanddeutschen Maler. Ein anderes Buch, das heißt Gedenket an eure Lehrer, beschreibt die Schicksale der herausragenden evangelischen Christen Russlands. Und das dritte, ein neues Lied, Wir heben an, ist ein illustriertes Gesangbuch mit traditionellen geistlichen und Volksliedern für Familiengebrauch. Und noch ein Beispiel, 2020 zum 75. Jahrestag des Kriegsendes wurde eine Ausstellung zum Thema christliche Märtyrer organisiert. Es handelt sich um evangelische, katholische, orthodoxe Christen im Widerstand gegen die Diktatur und Menschenverachtung. Exponiert sind die Porträts und Lebensweg von Menschen wie Dietrich Bonhoeffer, Paul Schneider, Alexander Schmorell. Angefangen in Moskau reist nun die Ausstellung durch verschiedene Städte Russlands. Solche Projekte, die die gemeinsame Erinnerungskultur und Versöhnung fördern, sollte man auch meines Erachtens weiterhin mit vereinten Kräften unterstützen. Nach dem Krieg existieren die Gemeinden weiter, aber in einer neuen Form von einer Untergrundkirche, Gebetskreisen und Hausgruppen. An sich ist diese Form gewiss nicht neu, so lebten auch schon die ersten Christen vor 2000 Jahren. Die biblischen Bilder, insbesondere das Bild des wandernden Gottesvolkes und die apokalyptischen Erwartungen der Wiederkunft des Herrn, waren sehr prägend in jenen Zeiten. Mit dem Tod Stalins 1953 ändert sich daran eigentlich nicht viel. Obwohl formal die repressive Politik nachlässt, bleibt der sowjetische Staat nicht weniger atheistisch und gegenüber der Religion aggressiv. Das haben wir heute schon gehört. Genauer gesagt, nun eine Religion war dem Sowjetmenschen vorgeschrieben und duldete keine Konkurrenz, nämlich der Glaube an die Unfehlbarkeit der Partei und Genialität ihrer Anführer. Die erste nach 1953 und lange Zeit die einzige legale Gemeinde in der Sowjetunion, abgesehen von den baltischen Kirchen, war die Gemeinde in Zelenograd, bis vor kurzem Astana, heute Nur-Sultan, die Hauptstadt Kasachstans. Die meisten der neu gebildeten evangelischen Gemeinden in den Exilorten wollte der Staat aber gar nicht merken und verschwieg ihre Lage und genaue Anzahl der Mitglieder. Neben der Religion spielte sicherlich die Nationalität eine wesentliche Rolle. Jahrzehntelang nach dem Krieg wurden Russlanddeutsche stigmatisiert und diskriminiert. Dieser Zustand verzögerte die Möglichkeit einer vollständigen Wiederbelebung der evangelisch-lutherischen Kirche und ihrer Strukturen. Und doch die Entbehrungen, Schmerzen und Tod sind genauso zum Teil unserer Kirchengeschichte wie die nachfolgende Auferstehung und Wiedergeburt geworden. In der Tat, in Prüfung und Anfechtung zeigt sich die wahre Kraft des Glaubens. Diesen Glauben haben wir von den vorangegangenen Generationen gelernt und den Auftrag geerbt, mit Hoffnung zu leben und uns bemühen um eine friedlichere und gerechtere Welt. Seit dem Zerfall der Sowjetunion sind mehrere Kirchen in den unabhängig gewordenen Staaten entstanden und staatlich registriert. 2015 wurde der zwischenkirchliche Vertrag unterschrieben und der Bund der evangelisch-lutherischen Kirchen Russlands und der anderen Staaten konstituiert. Der Bischofsrat des Bundes ist für unsere Kirchen ein wichtiges Beratungs- und Koordinierungsgremium. Er besteht aus den geistlichen Leitern der Mitgliedskirchen des Kirchenbundes und widmet sich aktuellen Themen sowohl in den jeweiligen Ländern als auch in der globalen Perspektive. Diesbezüglich arbeitet der Kirchenbund mit dem Lutherischen Weltbund und anderen internationalen Institutionen zusammen. So wird der ökumenische, universale Charakter der Kirche heute sichtbar. Ohne Zweifel sind unsere Länder heutzutage sehr verschieden. Sie unterscheiden sich im politischen und Rechtssystem von religiöser und kultureller Prägung. Trotzdem wollen wir unsere kirchliche Gemeinschaft bewahren und stärken.
Uns vereint die gemeinsame Vergangenheit, gemeinsame Sprachen wie Russisch und Deutsch, aber nicht nur das. Zusammen agieren wir in mehreren Feldern unseres Dienstes, im Bereich der Ausbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Jugend-, Kinderarbeit und so weiter. Unsere Kirche heute ist bestimmt eine andere als vor 100 Jahren, auch als im Jahre 1953 und Jahrzehnten danach. Die meisten Russlanddeutschen leben längst in Deutschland. Nach der Volkszählung 2010 leben in Russland etwa 400.000 Deutsche. Umso wichtiger sind für uns die konstruktiven, gegenseitig bereichernden Beziehungen zwischen unseren Ländern. Und die Beziehungen zwischen den Menschen stehen dabei im Mittelpunkt. Die christliche Kirche ist nach wie vor dazu da, eine besondere Gemeinschaft von Menschen zu sein, die sich frei von Vorurteilen, Klischees und sonstigen Barrieren verbunden fühlen und einander als Schwestern und Brüder wahrnehmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Erzbischof Brauer, für Ihre Ausführungen. Wir haben hier auch tatsächlich schon die erste Frage. Der Herr Koschik wird Sie stellen. Ja, grüß Gott, Herr Erzbischof Brauer nach Moskau. Wir freuen uns sehr, dass Sie an dieser wichtigen Konferenz über Lebenswelten der Russlanddeutschen, der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, aber auch des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur, dem Dachverband der Deutschen in der Russischen Föderation, teilnehmen. Und wir sind ja auch an einem besonderen Ort, nämlich dem Museum für Russlanddeutsche Kultur hier in Detmold, das in seiner Dauerausstellung auch sehr eindrucksvoll die christliche religiöse Identität der Russlanddeutschen dokumentiert. Wie würden Sie den Glauben und das christliche Bekenntnis der Russlanddeutschen als ein ganz wichtiges Merkmal ihrer Identität beschreiben? Und wie hat sich diese Religiosität auch heute entwickelt, in einer Zeit, in der natürlich auch eine gewisse Säkularisierung in der Russischen Föderation festzustellen ist? Und meine zweite Frage, Sie sind ja in besonderer Weise in Verantwortung in einem wichtigen leitenden Kirchenamt für die evangelisch-lutherischen Christen, nicht nur in Russland, sondern auch in den GUS-Staaten. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche in Deutschland, aber auch die Ökumene in Russland beschreiben? Vielen Dank, Herr Koschik. Es ist schön, Sie zu sehen, trotz der Pandemie und der Einschränkungen, dass wir mindestens über diese Kanäle, über diese Videokonferenz miteinander so im Kontakt bleiben können und sprechen können über die aktuellen Themen. Zu Ihrer ersten Frage: Wie wirkt sich der Glaube, ihre religiöse Identität bei den heutigen Russlanddeutschen aus? Ich denke, das sind so zwei Teile. Ein Teil der Russlanddeutschen nimmt sich den Glauben wirklich ernst und macht sich Gedanken, was kommt nach uns, was machen wir mit unseren Kindern, Enkelkindern, werden sie in der Kirche getauft, werden sie in die Gemeinden integriert und überhaupt will man das geistliche und das normale Leben in Russland oder anderswo in Deutschland zum Beispiel immer noch planen. Das ist natürlich eine Frage, die jeder persönlich für sich antwortet. Und dann gibt es noch den zweiten Teil der Menschen, die Agnostiker sind oder nur formal orthodox sich angeben bei solchen Statistiken, wie ich zum Beispiel heute schon erwähnt habe, 2010. Und jetzt dieses Jahr kommt eine neue Statistik wahrscheinlich. Über die Zahlen werden wir dann später, vielleicht nächstes Jahr, erfahren, wie viele Russlanddeutsche leben in Russland oder wie viele identifizieren sich mit der deutschen Nationalität. Aber es wird nicht die Frage nach Religion gestellt. Denn natürlich für Russland spielt die Frage nach Religion
eine wesentliche Rolle, aber auch man will hier sehr aufmerksam umgehen, weil wir nicht nur Christen haben, wir haben natürlich auch Muslime, verschiedene Prägung, Juden und andere. Und es gibt auch Strömungen, die nicht unbedingt im legalen Feld agieren. Und hier will der Staat natürlich auch sehr sorgfältig damit umgehen und auch die Menschen in Ruhe lassen, die überhaupt sich mit diesem Thema nicht beschäftigen wollen, inklusive, wie gesagt, auch Russlanddeutsch. Und ich denke, das ist die Aufgabe der Kirche, auch einfach da zu sein für die Menschen, auch die Türe offen halten für alle Generationen der Russlanddeutschen, nicht nur Russlanddeutschen natürlich, aber für uns spielt es natürlich eine sehr wesentliche Rolle, dass wir unsere Wurzeln nicht verlieren, dass wir unsere Basis nicht verlieren. Und jede Gemeinde in unserer Kirche kann Deutsch. Sie feiert Gottesdienste mit mindestens Elementen auf Deutsch, wie Glaubensbekenntnis oder Vater Unser. Sie bleiben sozusagen nicht nur in Erinnerung, sondern im liturgischen Praxis. Und die zweite Frage, die EKD ist sozusagen ein Verband der Kirchen, eine Vereinigung der Landeskirchen. Und für uns, für unsere Kirche ist es wichtig, dass wir die Gemeindebeziehungen aufbauen, also von Mensch zu Mensch, von Pfarrer zu oder Pfarrerin zu Pfarrerin und von Gemeinde zu Gemeinde, von Region zu Region, sozusagen von unten. Denn so können unsere Gemeinden auch in jedem Kontext, denke ich, überleben und diese Kontakte nicht verlieren und Unterstützung bekommen. Sie ist längst nicht unbedingt monetär, sie ist nicht finanziell. Für uns sind Gebete wichtig, aber Gebete mit Inhalt sozusagen, dass Menschen wirklich wissen, erfahren aus erster Hand, wie es uns geht, wie es unseren Gemeinden geht. Nicht nur formal fragen, wie geht es den Christen in Putins Russland, sagen wir mal, sondern ganz konkret besuchen, nachfragen und miteinander in einer Gebetsgemeinschaft bleiben. Das ist für uns heute noch wichtiger vielleicht als zuvor, weil wir nicht sagen können, dass wir wie in den 30er Jahren leben unter nicht nur starken Kontrolle, sondern Unterdrückung. Nein, wir können unsere alten Kirchen wieder beleben. Wir können auch unsere Dienste entwickeln, aber unter bestimmten Einschränkungen. Und natürlich sind wir eine Minderheit, doppelte Minderheit, würde ich sagen. Ich denke, überhaupt Christen werden sozusagen im Laufe der Säkularisierung zu einer Minderheit in ihrer Gesellschaft, aktive Christen mindestens, und auch Minderheit in der großen Mehrheit der Orthodoxie. Deswegen ist für uns wichtig, uns nicht verloren fühlen und auch unsere Stimme erheben, wo es um Gerechtigkeit, um Wahrheit geht, Menschenrechte, wo es darum geht, dass unsere Länder wirklich miteinander kooperieren, miteinander sprechen, miteinander eine gemeinsame Sprache. Wenn die anderen Sprachen verstummen, die anderen Zungen verstummen, dann bleibt doch diese Gebetsstimme, denke ich, dabei. Und Einladung dazu halten wir immer offen für alle. Und ich denke, in der Zeit der Pandemie, wo wir alle vor dieser Herausforderung gestellt sind, ist es wirklich eine Chance zu zeigen, dass Kirche auch über die Grenzen denkt und über die politische Konjunktur auch auf die längere Bahn auch sich Gedanken macht und eine Vision hat. Okay, vielen Dank. Gibt es inzwischen noch weitere Fragen an Erzbischof Brauer? Ist im Chat, Thomas? Ne? Also ich sehe momentan keine. Da hätte ich doch noch eine. Ja, bitte. Sie sind ja auch von Frau Dr. Beger als eine Persönlichkeit vorgestellt worden, die sich in einem staatlichen Beratungsgremium befindet, das den Präsidenten der Russländischen Föderation auch in Religionsfragen berät. Wie kann man sich für uns hier in Deutschland ein solches Gremium vorstellen? Tagt es regelmäßig? Wie ist dort
der Dialog, denn an sich kann man ja die Existenz eines solchen Gremiums schon begrüßen, weil es deutlich macht, dass es einen Dialog der Kirchen- und Religionsgemeinschaften mit den staatlichen Autoritäten in der Russländischen Föderation gibt. Ja, vielen Dank für diese Frage. Es ist natürlich ein wichtiges Gremium für uns. Es erleichtert uns auch den direkten Zugang zu den Themen, die uns wirklich beschäftigen. Also ich spreche für die anderen auch traditionellen Religionsgemeinschaften Russlands, die alle dabei sind. Und wir können untereinander einiges besprechen. Wir können auch, und wir tun das auch Arbeitsgruppen bilden für spezifische Fragen, aber auch gemeinsam mit der Präsidentenadministration und mit dem Präsidenten der Russischen Föderation über Religion sprechen. Denn ich denke, unsere Gesellschaft ist immer noch eine postsowjetische Gesellschaft, stark säkularisiert. Und die meisten kennen sich überhaupt nicht aus in der großen Palette unserer Religionen und Konfessionen, inklusive auch die Menschen, die sozusagen dafür für die Kontrolle und für die Beratung und für die Hilfe zuständig sind. Und deswegen ist ein direkter Zugang, ein offenes Gespräch von einer sehr großen Bedeutung. Und ich merke, dass in der letzten Zeit es positiver geworden ist, besser geworden ist, dass in dem Sinne, dass man, denke ich, Religion nicht nur als ein Objekt der Kontrolle sozusagen wahrnimmt, sondern wirklich als ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft, der auch sozusagen frei agieren soll und nicht immer nur so kontrolliert werden soll, gelenkt werden soll und irgendwie als zweitrangig gesehen wird. Denn die Herausforderungen der jetzigen Zeit zeigen, dass Religion spielt immer dabei, bei Konflikten wie auch bei Erfolgen, eine gewisse Rolle. Und man will, es ist der Wille des Staates, das glaube ich, in Russland, im Dialog zu sein und irgendwie die Fäden nicht verlieren und nicht nur irgendwas vorschreiben, sondern auch zuerst fragen. Nicht alles gelingt auf diesem Wege, denn manche Initiativen werden verabschiedet, ohne uns zu fragen, leider. Wie zum Beispiel diese ausländischen Agenten, die ganze Kampagne und die ganzen neuen Vorschriften für die religiöse Organisation im Sinne der Einladung der Ausländer, ausländischen Mitarbeitern oder unserer Finanzen, Kontrolle unserer Finanzen. Das war ohne Kontaktaufnahme mit uns verabschiedet und das ist sehr schade. Deswegen, es ist sozusagen immer noch ein Ringen, aber es ist auch eine Chance für uns, diesen direkten Dialog mit dem Staat und mit den höchsten Repräsentanten des Staates zu haben. Aber auch außerdem kommt jetzt eine neue Idee, solche Kontakte auch zwischen den Ländern, zwischen ähnlichen Gremien zu etablieren, versuchen mindestens Kontakte zu knüpfen. Und ich bitte hier Sie, Herr Poschek, oder andere, uns zu helfen dabei. Denn Initiative, denke ich, sollte auch von uns ein Stück kommen, dass es nicht sozusagen alles von oben vom Staat kommt, sondern auch von den jeweiligen Beteiligten. Okay, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Also ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Dann würde ich sagen, nachdem wir heute wirklich ein sehr gehaltvolles Vormittagsprogramm hatten mit zwei Panels und insgesamt, oh Gott, ich weiß gar nicht, mindestens 5 Referenten, Referentinnen, dass wir uns jetzt in die Mittagspause verabschieden. Mein Dank daher nochmal an die Referenten, Referentinnen, Teilnehmer, Teilnehmerinnen und natürlich auch ganz besonders die beiden Dolmetscher. Dann würde ich sagen, treffen wir uns 13.15 Uhr hier wieder. Gönnen uns jetzt eine Mittagspause. Auf uns wartet hier leckeres russlanddeutsches Essen, wie ich gehört habe. Und dann sehen wir uns in 1 Stunde 15 Minuten, also um 13.15 Uhr wieder. Vielen Dank. 14.15 Uhr.